Энергетики рассказали, как изменится плата за свет в этом году. Новые расценки для населения, как и в прошлые годы, будут действовать с 1 июля. В частности, пресс-центр Тюменской энергосбытовой компании сообщил, что для тех, чьи квартиры оборудованы электроплитами, при дифференциации платы по двум зонам суток ресурс в дневное время будет обходиться в 1 рубль 98 копеек, ночью 98 копеек. В настоящее время это 1 рубль 91 копейка и 95 копеек, соответственно, за киловатт-час. Для жителей городов, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, тариф составит 2 рубля 83 копейки и 1 рубль 40 копеек, соответственно.